Минувшей ночью сотни екатеринбуржцев смогли наблюдать в небе яркий летающий объект. Позже выяснилось, что жители уральской столицы стали свидетелями запуска космического аппарата «Меридиан». Поздно вечером 4 мая с космодрома Плесецк он был выведен на космическую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2». Старт состоялся в 21:50 по московскому времени, сообщает официальный сайт Роскосмоса. И уже после полуночи, когда «Меридиан» достиг цели, начали отделяться ступени ракеты-носителя. Они оставили в небе яркий след. Этот процесс и наблюдали жители уральских городов. В блогах тут же появились записи о неопознанном объекте и фотографии, причем очень хорошего качества. Оказывается, блогеры знали заранее, что ракета полетит именно в этом участке. По крайней мере, так они пишут в интернет-дневниках. А это видео нам прислал телезритель из Нижнего Тагила. Там также наблюдали старт «Меридиана». Добавим, что свидетелями запуска космического аппарата оказались тысячи людей по всему Уралу. Это жители Первоуральска, Перми и других городов.